Термос JNO500, фирма Термос. Данное изделие является промежуточным состоянием между термосом и термостаканом. Он предназначен для переноски горячих и холодных напитков и обладает достаточной теплоизоляцией, чтобы держать температуру в течение 2-4 часов. В нем вполне можно заваривать горячие напитки, развести, например, сюда изотоник на тренировку или взять с собой холодную воду на прогулку. Особенностью данного термоса является то, что он открывается в одно движение. Необходимо примерно на 160 градусов его повернуть для того, чтобы он полностью открылся. Таким образом, в одно движение он открывается и можно пить из него. Горлышко достаточно широкое. Соответственно, сюда можно заваривать травяные чаи, можно туда покрошить лед в жаркую погоду. Данный термос весит всего 210 грамм, поэтому он подойдет для постоянного ношения, для использования на работе или взять его с собой на учебу. Также данный термос отлично подойдет в качестве подарка любому человеку. С ним можно ездить на пикник, брать его в путешествие, использовать на работе или на учебе. Он выпускается в нескольких цветах, что позволяет подобрать его под любой вкус.